В отдел полиции города Владивостока поступило сообщение местной жительницы о мошенничестве. Полицейскими установлено, что потерпевшая вступила в группу для покупки продуктов питания в одном из мессенджеров, внеся 100% предоплату в сумме свыше 19 тысяч рублей и не получив продуктовую корзину, заявительница обратилась за помощью в полицию. В результате проведения оперативно-розыскных и специальных технических мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции Советского района Управления МВД России по городу Владивостоку установили личность и местонахождение подозреваемой и доставили ее в отдел внутренних дел. 43-летнюю уроженку города Хабаровска сотрудники полиции обнаружили по месту проживания в городе Лесозаводске Приморского края. Злоумышленница созналась в еще 4 аналогичных преступлениях, совершенных в разных районах Приморского края. Следователям отдела полиции в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции устанавливают круг потерпевших и все эпизоды противоправной деятельности, подозреваемой в мошенничестве. Граждан, пострадавших от действий подозреваемой, просят обратиться по телефону 249-2004 или 102. Олег Завьялов, новости на 8.